Это были наши женщины? Это... А почему они такие красивые? Это потому, что мы так много выпили. Потому что это наши женщины. Когда проходит хмель и приходит ясность ума, то понимаешь, как важно ценить того, кого ты любишь. И не потому, что 8 марта, а просто так. Пусть каждый мужчина скажет своей любимой женщине 3 простых слова. Ты моя единственная. Ты моя любимая. И никакие женщины мира не заставят меня в этом усомниться. Ты лучшее, что было в моей жизни, не считая дня рождения и покупки автомобиля. И хоть ты мне все нервы вымотала, ты та единственная, о которой я мечтаю всю жизнь. И ради тебя я готов горы свернуть и моря переплыть. И даже полюблю твою маму, хоть это и непросто. Я люблю тебя больше жизни, крепче вина и сильнее чемпионата мира по футболу. Если, конечно, там не играют наши. И ради тебя я готов бросить пить до 1 апреля. Пока я вижу улыбку на твоем лице, знай, что все у нас будет хорошо. Я буду любить тебя всегда, пока звучит мой голос и бьется мое сердце. И если все женщины мира – это спиртные напитки, то знай, никакие мартини, текилы и клюковки не сравнятся по вкусу с обычным домашним пивом, потому что это пиво сварено с любовью. Вот, собственно, и все, что мы хотели вам сегодня сказать. И не только сегодня. Мы это будем говорить всегда. С праздником вас, любимые! Мы любим женщин разных, застенчивых и страстных, болтушек, хохотушек, печальных героинь. Они нас удивляют, порой не понимают, но смыслом наполняют мужскую нашу жизнь. Милые, 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 кризисом всем вопреки, вашей любовью хранимые, счастливы мы, мужики. Наши подруги прекрасные, что еще хочется вам? Наши страстные бросили к вашим ногам. Наши подруги прекрасные, что еще хочется вам?